Ну вот и завершился наш тур. Мы провели 5 хороших игр. Очень хорошо, что этот тур состоялся, так как в течение 8 месяцев у нас не было официальных игр. И мы старались от игры к игре прибавлять, вот, изучать своих соперников, вспоминать то, что мы делали раньше, почувствовать дух игры, командный дух. Конечно, были ошибки, вот, но все это рабочие моменты, поэтому на следующий тур мы будем уже более подготовлены и будем более слаженно играть. Я в этом уверена, уверена в нашей команде. Вот. И по сегодняшней игре также могу сказать, что все девчонки молодцы. Мы бились от первой минуты до последней. Очень такая динамичная была игра. Соперник был настроен на нас в целом, как и всегда. Вот. И по итогу результатом мы остались довольны.